6 июля у педагогического – ежегодный праздник, логическое завершение долгого студенческого пути. Цифры говорят сами за себя – 800 выпускников и каждый пятый – обладатель заветного красного диплома. Погода не позволила пройтись по центральной площади города, но это не испортило торжественную атмосферу. Довольны выпускники в фиолетовых мантиях, а как же иначе, целый этап позади. 5 лет были насыщенными, конечно, были свои трудности в связи со спецификой программы, по которой мы обучались, но в целом, конечно, да, они оправдали себя, удалось реализоваться, получить знания необходимые, поэтому, да, все было здорово. Меня очень привлекает школа, и поэтому я бы хотела работать по специальности, мне очень нравится моя специальность преподаватель иностранных языков, и я считаю ее важной и нужной, и мне безумно нравится работать с детьми, поэтому я уверена, что выберу именно этот путь. С каждым годом становится все больше студентов, которые собираются работать по профессии. У кого-то любовь к преподаванию была изначально, а у кого-то первая искра возникает во время практики в школе. Для министра образования Ульяновской области это и личный праздник, ведь в числе выпускников ее дочь Анна. Она собирается продолжать династию учителей. Регион всячески поддерживает молодых специалистов. Могу сказать, что из всего выпуска педуниверситета порядка 80% приходят в школы. И я думаю, что вы можете задать вопрос любому директору, вот абсолютно любому, и он скажет, в моей школе в этом году тоже молодой специалист. И как результат, у нас каждый год увеличивается количество молодых педагогов, которые принимают участие в всероссийских конкурсах. Это педагогический дебют, это учитель года. И мы, как регион, являемся победителями в этих конкурсах. А значит, у нас отличное будущее. В числе выпускников педагогического университета не только студенты из Ульяновской области, но также и студенты из Китая. Они специально приехали в Ульяновск учить русский. По их словам, знание языка позволяет найти хорошую работу в своей стране. Наш университет, я думаю, это очень хороший университет, да. Это место очень хорошо, рядом Волга, очень хороший вид. И здесь человек, здесь люди очень хорошо для меня, да, я люблю здесь. За годы существования университет выпустил более 60 тысяч специалистов, большинство из которых остались работать на малой родине. И сегодня новоявленные учителя задумываются о своем будущем, не сомневаясь, что именно они – опора российского образования. Дорогие друзья, сегодня мы вместе с вами переворачиваем еще одну страницу нашего замечательного университета. В этом году университет празднует свое 85-летие. И вы – юбилейный выпуск этого замечательного умного вуза. Поэтому хочу сказать, в добрый путь, выпуск 2017. Добра, счастья и любви. Елизавета Глинкина, Екатерина Мазуряк, Константин Никитин, репортер 73.